вход в фитнес-клуб только после измерения температуры. Исключений из этого правила быть не может ни для посетителей, ни для сотрудников, ни для общественников и представителя Роспотребнадзора. Все показания заносятся в специальный журнал. Это несложное требование выполняется во всех фитнес-центрах. А вот, например, 5-суточный запас средств индивидуальной защиты, дезинфектора оказался не у всех. Сегодня мы сейчас докупим. С 1 июля фитнес-клубы Подмосковья возобновили свою работу, правда, уже по новым правилам. Лариса Порядная, управляющая одного из одинцовских центров, признается, посетителей стало меньше. И оптимистично находит в этом плюс – соблюдать социальную дистанцию. От этого проще. У нас при входе сразу стоят санитайзеры. Есть, соответственно, средства, которые индивидуальной защиты. У нас есть разметка на тренажерах. У нас есть ограничения по количеству посещений в бассейне. Наличие разметки на полу и обеззараживающих установок, правильное хранение дезинфицирующих растворов и грамотная утилизация средств индивидуальной защиты. Представители общественной палаты территориального отдела Роспотребнадзора побывали сразу в нескольких фитнес-клубах в центре Одинцова. Чаще всего замечания встречались по несоблюдению разметочной дистанции. Во многих помещениях отсутствуют обеззараживающие установки. А также отсутствуют запасы средств индивидуальной защиты. Не проверка, а мониторинг, чтобы не наказать, а помочь сделать работу фитнес-клубов более безопасной. Представители общественной палаты говорят, что такие мероприятия станут регулярными. В ближайшее время у нас планируется проведение мониторинга общепитов. Также хотим посмотреть, как у нас обстоят дела на транспорте. И, естественно, крупные магазины и сетевые магазины. Пока только рекомендации. Но если они выполнены не будут, одними разговорами и обещаниями представителям фитнес-клубов уже ограничиться не получится. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».